Приветствую всех участников 31-го сезона международного музыкального конкурса талантов Golden Talent. Меня зовут Дмитрий Гончаров, я генеральный продюсер радиостанции «Сфера Мьюзик» и одновременно один из членов жюри данного конкурса и данного сезона. Сейчас мне выпала честь огласить именно тех, кто, на наш взгляд, показал наилучшие результаты. Но хочу обратиться также и ко всем участникам члена. Я называть не буду, но кто принимал участие в данном конкурсе, вы правильно делаете, дорогие друзья, что принимаете участие в подобных мероприятиях, потому что для вас это очень хорошая практика. Делайте это и впредь, пока не достигнете наивысших результатов. Итак, мы обратили внимание на 18 имен, которые сейчас я вам и оглашу. Елизавета Поповская, Мария Попова, Мария Котляренко. Кстати, Мария Котляренко, хотелось бы похвалить тебя и твоих педагогов за то, что вы подобрали очень правильные песни под твои вокальные возможности. Это очень хорошая работа твоих педагогов. Мария Гурина, Камила Кара, Кузьменко, Светлана Левашова, Тайра. Очень интересный проект, между прочим. Екатерина Богатырева, Марина Пандикис, Ольга Рябич, Фрейн, тоже хороший проект. Илья Гес, Беата Косина, Валентина Демченко и Даниил Хомяков. Вот эти 18 человек, которым радиостанция «Сфера Мьюзик» поставила наивысшую оценку 10 баллов. Желаю вам, дорогие друзья, успехов в вашей творческой деятельности.